Да, всем привет. У нас сегодня день открытых дверей в нашем клубе скрам-мастеров. Напомню, что это такое, расскажу про формат работы и, соответственно, что будет в этом месяце. Итак, клуб скрам-мастеров – это не просто сообщество, это не просто какой-то телеграм-канал, это реально клуб, в котором мы собираемся в течение определенного месяца и фокусируемся на очень важных для нас, для скрам-мастеров, коучей темах и, соответственно, обсуждаем. Если посмотреть, что было уже в прошлом месяце, да, там сейчас я тоже про это хотел поговорить. Итак, давайте я представлюсь. Меня зовут Алексей Пикулев, я идеолог этого клуба. У нас есть еще несколько ребят, которые по ходу подключаются как преподаватели. Соответственно, мы будем их привлекать по ходу и вместе с ними готовить треки. Да? Но самое важное, наверное, рассказать формат работы и как мы, соответственно, взаимодействуем. Что у нас происходит в клубе? Прошел уже целый месяц, и, соответственно, хочется про это тоже поговорить. Итак, основная идея клуба скрам-мастеров, который называется «Скрам-мастери», это не значит, что там находятся в первую очередь скрам-мастера. Да? Мы открыты всем, кто так или иначе работает с командами, работает с организацией, занимается изменениями и, соответственно, хочет делиться, получать новые инструменты, хочет делиться своими кейсами, проблемами и получать какое-то совместное решение на открытый вопрос. Вот, поэтому для меня клуб – это не просто какая-то цепочка вебинаров. Да? В первую очередь, это площадка для взаимодействия с единомышленниками. Я понимаю, что, конечно же, очень много таких площадок, митапов, но, во-первых, я вижу ценность в том, что их становится больше, значит, нас по-прежнему беспокоят очень похожие вопросы. Хочется контент, который мы разбираем на клубе, сделать максимально практическим. Это значит, что каждый из нас может что-то попробовать, наполнить его какими-то шаблонами или вместе их создать. Вот, поэтому в первую очередь задумывался клуб именно таким образом. Второй важный момент – это то, что мы на клубе даем возможность каждому из участников обсуждать сложные вопросы и ситуации. То есть каждый из нас, так или иначе, когда мы взаимодействуем с командой, внедряем новые практики, сталкиваемся с какими-то препятствиями. Да? Это может быть сопротивление людей, это может быть просто непонятен формат какой-то встречи, да, либо какого-то воркшопа, как это лучше запустить в моем контексте. И именно здесь мы можем и даем возможность получить ответы на эти вопросы. За счет чего? За счет того, что у нас в рамках клуба существует несколько точек взаимодействия. Точек взаимодействия, которые включают разные форматы работы. Ну, во-первых, такой красной линией через весь месяц клуба проходит какая-то топовая тема. Если взять февральскую тему, мы взяли не случайно тему аудита в компании. В компаниях, в командах каждый из нас так или иначе участвовал в этом. Нас просили оценить скрам-фреймворк, насколько он хорошо работает. Нас просили оценить, соответственно, зрелость команд и так далее. Да? То есть, и мы в клубе подготовили специально таких центральных заголовков, да, заглавных темы для таких вебинаров, да, которые были посвящены были определенным инструментам, которые можно взять и попробовать в своей команде либо организации. Второй момент и второй формат работы – это мастер-майнд. Чуть попозже я расскажу про более подробно, что мы под мастер-майндом понимаем, как вообще его проводим. Мастер-майнд – это не просто встреча, на которой мы делимся какими-то идеями. Да? Это определенный формат работы, это действительно работа. И она дает какой-то результат. Сейчас попозже про него расскажу. Еще один формат работы в рамках клуба – это супервизия. Когда мы приглашаем кого-то из
экспертов, это, возможно, эксперты там с рынка, да, кто-то из нас, из участников клуба, экспертов для того, чтобы решать какие-то точечные вопросы, да, в виде менторской сессии, на которой можно провести и, соответственно, принести какие-то свои вопросы уже за конкретным советом, что можно попробовать. И, как казалось, еще один формат очень востребован – это тематические воркшопы, такие двухчасовые сессии, на которых хочется попробовать конкретный инструмент. Например, в прошлом месяце у нас была тема, посвященная value stream mapping, да, и, конечно же, хочется его отработать, и мы вместе провели такой воркшоп, когда позвали одного из участников со своим кейсом, и все вместе набросали ему какие-то решения, и заодно сами попробовали профасилитировать воркшоп по ВСМ, посмотрели, как может быть выглядеть фасилитационная карта и так далее, да, то есть такие тематические воркшопы мы, конечно же, продолжим делать. Мне кажется, это очень здорово. Что касается мастермайндов, что же это такое? Не все, знаю, правильно их проводят, да, и вообще для многих это такая тема не всегда известная либо понятная, да. Что же такое мастермайнд? То есть для нас, для меня это такой достаточно не новый, но потенциальный с точки зрения решения формат работы, который позволяет нам вовлекать всех участников и фокусироваться на определенных, выбранных этими же участниками темах. Да? То есть самое главное на мастермайнде – это то, что мы встречаемся, и если визуально сказать «садимся за стол», то за этим столом мы встречаемся все равными с точки зрения позиций. То есть у нас нету какой-то иерархии, да, нету каких-то главных ролей, там, второстепенных, все эксперты. И считается, что все эксперты обладают определенными знаниями. Что-то мы слышали, что-то пропускали через себя, и, соответственно, у нас у каждого есть какой-то собственный опыт. И поэтому сила мастермайнда в следующем, то есть когда мы встречаемся, мы делаем несколько важных условий для каждого из участников. Первое. Каждый из участников приносит какой-то свой запрос и высказывает намерение его решить. Что это может быть за запрос? Это может быть какая-то сложная тема, связанная с конфликтом в команде, да, например. Либо это может быть неправильное толкование, а как же нужно декомпозировать истории. Неважно. Главное, чтобы это точно было важно для участника, и он хотел бы получить вопрос. И каждый из участников приносит такие запросы. Второе условие, как я уже сказал, любой из участников имеет равные шансы, равные права, и для нас важно, чтобы мы, проголосовав и выбрав тему вечера, да, выбрали ее с таким условием, что первое, она мне тоже релевантна, и она мне тоже важна, и я понимаю ценность ее решения. Второе, у меня есть опыт, который позволяет поделиться вот в этой среде, в этой группе и, соответственно, рассказать про возможные решения, про свои решения, как я сталкивался, как я решал такой кейс. Вот. И самое важное здесь, наверное, как выстроить обсуждение для того, чтобы каждый из участников ушел с чем-то. Поэтому как мы выстраиваем на мастермайнде обсуждение? То есть есть у нас заглавная тема, есть группа экспертов, каждый из участников набрасывает возможные варианты решения, делится опытом. И самое важное здесь, третье условие мастермайнда, что каждый из участников выбирает что-то с собой. Что-то с собой для того, чтобы попробовать и в течение 2 недель какие-то кейсы, какие-то результаты получить. Для чего это важно? Представьте, я принес какой-то запрос, мне набросали, и мы пообсуждали его, набросали какие-то решения, и я ушел с ним и пропал, и не вернулся. Получается, что та группа экспертов, которая тратила свое время на мой запрос, просто поделилась опытом, без обратной связи. И это получается не совсем честные условия. Да? Для нас важна честность и паритет. Поэтому мы договариваемся, что, во-первых, точно уходит человек,
автор идеи уходит с какими-то рецептами, и он обязуется прийти через 2 недели и рассказать, что получилось. В этом случае он делится своими результатами, делится и обогащает нас, как участников, которые помогали ему решить этот вопрос, и, соответственно, за счет этого обогащает и наш опыт в том числе. Это первое, да. И второй важный момент – это то, что мы просим еще и участников, которые участвуют в этой дискуссии, также поделиться, с чем они уходят и что будут делать в течение 2 недель. Получается, у нас такая совместная договоренность и совместная работа. Мы изучаем сложные темы с разных точек зрения, берем какие-то обязательства под честное слово и пробуем в течение определенного времени порешать и пообсуждать, поработать над этим вопросом, и снова возвращаемся, и каждый мастер-майнд мы открываем, соответственно, результатами с предыдущей встречи. Вот такая цепочка постоянных контактов позволяет нам достаточно интересные результаты получать, и участники уже вот первого месяца, да, они делятся продуктивностью такого формата. На мой взгляд, это очень интересно. При этом сама фасилитационная карта может быть выглядеть по-разному. Да, мы уже за 2, получается, за 2 встречи, да, за 2 мастер-майнда попробовали разные форматы. Как правило, это выглядит следующим образом. То есть за встречу мы успеваем в малой группе обработать, ну, максимум 2 запроса. Вот. Если больше количество людей, соответственно, мы с помощью Zoom объединяемся в небольшие команды, да, в рамках которых уже отдельные вопросы обсуждаются. Вот. И на выходе какой-то результат. Вот такая структура, поэтому если есть какие желание такой формат попробовать, да, welcome, у нас всегда двери открыты. Что еще интересного рассказать про клуб? Ну, как я уже сказал, самое важное – это топ-тема, да, которую мы обсуждаем в течение месяца. Тему мы выбираем не случайно, они основываются на запросах, на пожеланиях участников, да, и вот следующая тема, следующий месяц мы начнем уже погружение в команды, да, мы и так назвали команды часть первая. Почему хочется поговорить про команды? С одной стороны, мы понимаем все с вами, что команды, современные организации, это команда, это составной юнит, да, по сути, сейчас мы переходим, многие организации переходят к формату, когда оргструктура даже в виде команд формируется, да, то есть это некая структурная единица. Неважно, какие команды с точки зрения наполнения, но так или иначе мы их называем командами, мы пытаемся их выстроить и считаем, что эффективная работа команд, она, в принципе, должна автоматически каким-то образом включаться, и только собрали людей. И оказывается, что нет. И оказывается, что нет, что очень многие вещи пропускаются, либо не делаются, либо делаются по-другому. И поэтому хочется поговорить про некие, я бы, наверное, сказал, элементы гигиены для каждой команды. Вот. И в первую очередь, наверное, посмотреть, а есть ли какой-то роудмап развития. Да? Не хочется брать избитую уже модель Такмана, да? А хочется посмотреть на модель развития команды с использованием других подходов, в частности, модель Джона Катценбаха, посмотреть, можно ли перейти вот от группы экспертов действительно продуктивной и эффективной команды. И я понимаю, что вот этот список тем, он, конечно же, не конечный. Да? То есть можно говорить и про избитые темы доверия, и там, про конфликты. Но мне кажется, вот именно вот эти 3 оставшиеся темы – ответственность, самоорганизация и развитие компетенций – мы часто обходим стороной. Да, мы говорим, как просто передать ответственность, взять ответственность, там, не знаю, не брать ответственность. Но что это такое и почему очень часто участники команды испытывают вопросы с ответственностью, да, мы поговорим про фреймворк Кристофера Авера, который, в принципе, на мой взгляд, очень практичный и применим для любой команды, неважно, скрам-команда, либо это просто проектная команда, которую можно подсобрать и научить возвращать им ответственность за решение каких-то вопросов.
Мы поговорим про самоорганизацию. Вообще, по-моему, это такой черный квадрат для многих из нас. Все вроде понимаем, что это такое, важность понимаем. Все говорят друг другу, ну-ка, давай, самоорганизуйся. Основные принципы самоорганизации, где вот эта граница, почему часто это не взлетает, тоже будем про это говорить. И последнее, хочется поговорить про развитие компетенции. Но не просто развитие компетенции, как построение какой-то звездной карты и понимание, куда двигаться, а именно с системной точки зрения. Хочется посмотреть на вообще на создание таких самообучающихся организаций. Не случайно написал Петер Сенге, да, здесь пятая дисциплина. Его инструменты, которые он приводил для развития компетенции в командах, колесо компетенций, и так далее. Вот именно с точки системной точки зрения, по-моему, это тоже очень часто упускается, и здесь и хочется про это поговорить. Не буду убрать. Коллеги, включу звук. Окей. Вот такие темы. Как это происходит? Какой формат вообще? То есть темы, которые озвучены, ну, будем говорить так, вебинары в Zoom мы проводим по воскресеньям, начиная с 7 часов, то есть где-то часа полтора-два. Они, конечно же, записываются, потому что выходные не для всех формат удобный, но тем не менее, да, то есть в рамках клуба мы решили проводить именно по воскресеньям такие теоретические блоки. Как я уже сказал, они остаются записанными, да, и все материалы с презентациями мы стараемся их также вовремя предоставить. Для чего это делается? Вообще, в чем идея? А идея в том, что у нас благодаря такому подходу сформируется библиотека знаний. Библиотека знаний – главное условие нашего клуба, что она становится для всех участников, и все, которые приходят, и все, которые остаются, она становится доступна. Это значит, что весь первый модуль, который мы говорили, посвящен ассессменту, подходам к аудиту, формированию agile-стратегии, он доступен для участников в виде лекций, соответственно, видео и материалов, и, соответственно, презентаций. Что туда попало? Вот такие у нас темы уже есть. То есть это тема, посвященная GoSee, практике, которые очень часто нет понимания, как это делать, да, соответственно, поделимся шаблоном и видением, для чего это проводится. Про value stream mapping я уже сказал, да, есть у нас подход к agile assessment, как проводить аудит компании и какие подводные камни при проведении аудита есть, и, соответственно, завершающий блок – это формирование agile стратегии. То есть формирование стратегии трансформации компании. Вот такие вот блоки. Это все доступно. Соответственно, после мартовского месяца, да, будет доступно все в базе знаний по командам. Часть первая. Вот такая у нас, соответственно, повестка сегодняшней встречи. Буду рад ответить на вопросы, если они есть. И добро пожаловать в клуб, если у вас есть желание туда нам присоединиться. Ребят, включайтесь, кто у нас тут онлайн есть.